Добрый день! Сегодня будем готовить очень вкусные лепешки. У меня здесь где-то 300 грамм фарша. Сюда я сейчас добавлю на терке натру картофель один. И добавлю вот зеленый лук еще. Картофель натерла на крупной терке, добавила. Сюда же отправляю зеленый лук. Так вот. Ну а специи, соль, там перец, чеснок я уже в фарш добавляла. Это уже вы сами приготовьте свой фарш на свое усмотрение по вкусу. Теперь это перемешаем. Начинка у нас готова. Слоеное тесто берем. Так, и мне нужна не круглая форма, а прямоугольник мне нужен. Поэтому я обрежу лишние куски. Так, я должна распределить эту начинку по тесту. А тесто у меня было, знаете, сколько? 230 грамм. Вот, 230 грамм у меня тесто было. 300 грамм у меня фарша, значит, ушло еще на котлетку. Все, теперь будем сворачивать в рулет. Так, чтобы вам было видно. Так, вот так вот сворачиваем. Сейчас возьму еще муку, чтобы у меня не прилипало. Так. Так. Так, смотрите, что мы делаем дальше. Теперь я должна нарезать его на такие вот кусочки. Вот. Так, ну и сразу покажу. Так, вот, перевернула, вот так придавила, делаю лепешку, вот такую лепешечку. Так, следующую отрезаем. Вот, смотрите, перевернула. Придавила. Вот, ну надо скалкой еще раз катать, чтобы потоньше были. Так. И осторожно ее раскатываю.
Вот, смотрите. Такая. Вот. Так, раскатала. Так, ставим сковородку на огонь. Добавляем масло растительное. Ну, сейчас, когда разогреется, будем жарить. Разогрелось уже. Огонь убавляем. Где-то 3-4 минутки с каждой стороны. Они жарятся быстро. Лепешки готовы. Получились очень вкусные, тоненькие, нежные такие, хрустящие. Так что готовьте тоже. Рецепт хороший. Желаю вам хорошего дня. Увидимся.